приветствую вас, друзья, подписчики моего канала. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о моем маленьком заказике из каталога номер 10. Если кто не помнит, выглядел он вот так. В нем было представлено несколько новинок, и также я заказала несколько продуктов, которыми я уже неоднократно пользовалась и которые мне очень нравятся. Я продолжаю ими дальше пользоваться. Итак, приступим. Одна из новинок текущего каталога — это была вот такая вот витаминная серия клюква и земляника, а также киви и авокадо. Что очень приятно, что сразу же эти новинки можно было приобрести по спеццене, то есть два по специальной по желтой цене. Я приобрела практически все из этой серии, чем-то я уже пользуюсь, что-то у меня, даже не успев попробовать, у меня разобрали или отобрали, не знаю, как правильно сказать, подруги. Но то, что осталось, я вам сейчас попробую рассказать. Во-первых, это вот такие вот жидкие мыла. Клюква земляника и киви авокадо. Запах у них, конечно же, обалденный, как, в принципе, и у всей серии Beauty Cafe. Причем земляника, клюква как-то особо вот не услышала, а земляника — насыщенный такой аромат земляники, и запах, мне кажется, вот прям точно такой же, как у жидкого мыла ароматная земляника из серии Beauty Cafe. Как и все жидкие мыла, они все довольно-таки густые и хватает на очень долгое применение. То есть до 250 применений это точно, возможно, даже и больше. Мыло очень мягкое, деликатно очищает кожу рук, не пересушивая ее, а специальный комплекс витаминов увлажняет и насыщает кожу необходимыми питательными веществами. После того, как мы помоем руки этим мылом, у нас аромат будет стоять, час-полтора точно будет держаться аромат, который, как будто вы только что собирали на поле землянику. И вот этот вот запах именно лесной земляники будет вас преследовать, ну, как минимум час это точно, а то и больше. То есть на дачу это самый, мне кажется, идеальный вариант именно такое мыло взять. И деткам очень будет нравиться, так как детки у нас очень многие бегают, потом прибегают, и обычным куском мыла, допустим, их не заставишь руки помыть, им не очень интересно. А здесь капнули прям такой аромат, и они готовы чуть ли не сразу же вымыть весь тюбик. Единственное, что мыло это по объему чуть-чуть поменьше. Если сравнивать с серией Beauty Cafe, здесь бутылек, конечно, немного поменьше. То есть, если там 300 мл, а в этом бутыльке всего лишь 200 мл. Но я думаю, это ничуть не испортит наше отношение к этому мылу. А мыло жидкое киви-авокадо, в принципе, ничем особо не отличается. Единственное, что ароматом. И опять-таки авокадо, не услышала я этого запаха. Киви, да, киви присутствует. Отдаленно что-то еще такое есть, фруктово-сладковатое что-то такое, ближе даже к банану, наверное, но никак не авокадо. Вот такие вот замечательные мыла появились. Также из новинок представлены два витаминных крема: земляника и клюква, и киви авокадо. А крем обладает очень нежной текстурой, не оставляет жирной пленки на коже и великолепно смягчает кожу рук. Впитывается, дает великолепное увлажнение и аромат ягод, который будет также не очень долго, он остается, правда, на руках, но где-то около часа. Еще в этом каталоге была представлена новинка антиакне, целая серия комплексного ухода за проблемной кожей. Очень порадовала нас эта серия. У моей старшей дочери имеются некоторые проблемы, я так думаю, что это возрастные. И мы приобрели полностью всю эту серию, которая состоит из порошка для умывания, пудру для умывания, активный крем-гель, маска для очищения и также точечный аппликатор-гель. Сейчас я покажу немножко подробнее об этих средствах. Очищающая пудра для умывания, если честно, я первый раз увидела такое средство для умывания. Действительно, пудра напоминает чем-то вот сольница, перечница, которую мы берем с собой в поход. То есть вот здесь вот имеются вот такие вот отверстия. И, соответственно, пудра высыпается, порошочек такой, желтенького слегка цвета. При соприкосновении с водой можно это все взбить в легкую такую пеночку и ей умываться. Также имеются при умывании какие-то такие вкрапления, которые, я так полагаю,
оказывает слегка скрабирующий эффект, удаляя ороговевшие частички. Порадовало то, что эта пудра подходит для очень чувствительной и нежной кожи. Она сочетает в себе салициловую кислоту, активный комплекс Амисофт, алоэ вера и экстракт лимона. Великолепно увлажняет, не пересушивая кожу. Также салициловая кислота убирает все воспаления, покраснения. В общем, я считаю, что это отличное средство, особенно для тех, у кого очень чувствительная кожа. Рекомендую вам попробовать. Нежнейшее средство для умывания, эффективно очень очищает и снимает все покраснения. Дальше использование активной крем-маски 2 в 1. Эту маску рекомендуется наносить 2 раза в неделю, ну, не чаще 2 раз в неделю. В зависимости от способа применения она эффективно устраняет различные проблемы. То есть также черные точки, с которыми сталкивается большинство людей, очень эффективно удаляет. Здесь содержится, в состав входит белая глина и оксид цинка, которые матируют и стягивают поры. Также имеется здесь никотинамид, который помогает восстановить липидный барьер и глубоко увлажняет. Как я сказала, применять эту маску следует, ну, где-то примерно 1-2 раза в неделю. Наносим на очищенную кожу лица, причем очищенную, желательно, конечно, вот этим вот порошочком, либо другими очищающими средствами, пеночкой или муссом, неважно. Наносим средство на влажную кожу, слегка массируем и оставляем где-то примерно 15-20 минут, и затем смываем все теплой водичкой. Следующее средство из этой серии — это активный крем-гель антиакне. Вот такой вот маленький бутылек, 50 мл. Крем специально разработан для кожи, склонной к появлению прыщиков. Именно подходит для тех типов кожи, у кого расширенные поры, то есть для сужения. Также он очень эффективно борется с различными покраснениями и обладает антибактериальным эффектом, препятствует появлению черных точек. То есть я так считаю, что если применять полностью всю эту серию, то не за один день, конечно, что вот мы сегодня помазали, у нас было все лицо в покраснениях, в прыщах, там, в черных точках, да, мы один раз нанесли всю эту серию, и у нас стало все великолепно. Нет, конечно, это надо применять, ну, как минимум, хотя бы курс в месяц, наверное, сделать, может, чуть поменьше. Крем этот наносится также на очищенную кожу лица, можно наносить его утром и вечером, вместо нашего обычного дневного или ночного крема. Также есть экспресс-помощь, это точечный аппликатор антиакне. Он великолепно подходит для высыпания, вот, который вот там иногда раз прыщик один какой-то у вас выскочил, то есть вы встали с утра, начали на работу готовиться там или еще куда-то, или пойти погулять, а у вас раз прыщик. Мы взяли, открыли, и здесь имеется очень удобный такой аппликатор, точечно наносим прямо на покраснение. И слегка можно размазать, он прямо тут же покрывает прыщик незаметной такой пленочкой, которая подсушивает кожу, и прыщик, в принципе, ну, можно будет уже на эту защищенную поверхность наносить любой дневной наш крем. Дневной там, ну, либо если вы на ночь, то ночной. 2-3 раза в день можно наносить этот крем сразу же на прыщик, и я так думаю, что к вечерам у вас уже от прыща ничего не останется. Дальше из новинок я приобрела в шкаф вот такие вот ароматизаторы для белья. Раньше я таких не видела, но хотя говорят, что что-то такое было. Мы повесили цветочную поляну уже в шкаф, причем ребенок у нас теперь там частенько пропадает. Залазит в шкаф просто и там сидит. Аромат идет такой легкий, ненавязчивый, свежесть приятный очень. Написано, что хватает на месяц. Не знаем, посмотрим, насколько хватит. То есть мы его повесили. Ну, может, не 5 у нас висит. Также приятной новинкой был крем с моментальным осветляющим эффектом SPF 15. Те, кто сталкивается с такой проблемой, особенно летом, когда высыпают веснушки, ну, солнце нас поцеловало, да, и у нас очень много веснушек.
либо пигментные пятна, которые на солнечном свете обостряются и становятся более заметными. Я считаю, что этот крем просто будет для вас незаменимым помощником. Специально обработанные микронизированные пигменты обеспечивают мгновенное эффективное осветление и матирование кожи. То есть, ну, прям моментом, только мы наносим на кожу, и сразу же кожа осветляется за счет вот этих пигментированных участков. А также придают натуральный оттенок. Причем, когда я только получила этот крем, мне было интересно, насколько же долго продержится этот эффект осветления. Была приятно удивлена. Часов 8 это минимум, он точно продержался. Что еще приятно очень, то что защищает от ультрафиолетовых лучей, так как SPF 15 содержит. Витамин С содержится, который является мощным антиоксидантом. И депантенол, который обладает восстанавливающим, увлажняющим и разглаживающим действием. То есть я считаю, что этот крем это просто находка для тех, кто столкнулся с такой неприятной проблемой, как именно пигментация кожи или какие-то другие высыпания. Вот такой вот тюбик 50 мл. Причем консистенция такая, я бы сказала, довольно вязкая, что ли. Такой вот крем имеет такую текстуру, очень хорошо распределяется по коже, и буквально через 30-40 секунд он не оставляет ни жирного блеска, ни липкости никакой нет, то есть кожа моментом становится, покрывает защитной пленкой всю нашу кожу. Ну, вот для сравнения сразу вот осветляющий эффект. Еще одно мое приобретение, я бы не сказала, что это новинка, скорее всего, это для меня была новинка, открытие такое. Шампунь против выпадения волос. Многие из нас сталкиваются с такой проблемой, как выпадение волос, особенно после беременности, после каких-то стрессов. Волосы начинают буквально, я не знаю, клоками вылазить. После расчесывания вся расческа в волосах. И мы не знаем, как бороться с этой проблемой. Это, конечно, понятно, что часть проблемы возникает именно от нашего питания. Что нужно менять питание, нужно сбалансированное питание, следить, укреплять организм свой именно витаминами разными. Но лето – это такая пора, когда нам хочется побольше погулять, побыть на свежем воздухе, и, соответственно, мы как-то про витамины, ну, не созревают у нас в огороде. И все-таки вот этот вот шампунь явился действительно, так сказать, спасением. Уже после первого-второго нанесения волосы стали заметно меньше лезть. Я посоветовала этот шампунь своей маме, которая также сталкивается с проблемой выпадения волос. И она буквально влюбилась в этот шампунь. Вот у нас уже заканчивается. И в следующем каталоге этот шампунь будет представлен в комплексе с маской и с бальзамом по очень выгодной цене, чем мы, конечно, обязательно воспользуемся и приобретем для себя весь этот набор. Так что те, у кого проблемы с волосами, именно выпадают они, лезут, волосы слабые, я очень рекомендую вам этот шампунь. Артикулы на всю продукцию я оставлю внизу под видео. В конце видео я хотела бы немного поговорить о детской серии. Те, кто является моим подписчиком, наверняка знают, что у меня две дочери, старшей 15, младшей совсем еще маленькой, год и 8 нам. И живем мы сейчас на даче, соответственно, ребенок у нас с утра до ночи выбегает в огород, и постоянно она ковыряется в песке, в земле, не знаю, в траве, и руки, соответственно, постоянно приходится ей мыть. Каждый вечер мы ее под душ. И тут у нас незаменимые средства из серии детской косметики «Астронавтик». Это вот такая вот пенка, моющая для лица и тела. И также гель для душа, для купания от макушек до пяток. Пеночка действительно очень имеет нежную текстуру. И мне кажется, она просто незаменима для мытья ручек детских. Не пересушивает, не имеет особый запах, никакого резкого запаха нету. И ребеночку очень нравится то, что это действительно такая пеночка.
текстура у нее. И, соответственно, она очень мягенькая, нежненькая. И ребенку нравится то, что вот поковыряться в этой пенке, помыть ручки, она любит сама. И прекрасно очищает кожу ребенка, защищая ее от потери влаги. Также гель для купания не имеет особого сильного запаха. То есть нежный-нежный такой аромат, какой-то свежести, зелени. Хорошо очень пенится и, соответственно, не раздражает кожу, не пересушивает. Гипоаллергенный и разработан для купания малышей с первых дней буквально жизни. Так же, как и пеночка. То есть с нуля лет. Мягкая формула, деликатно также и глазкам. Если гель попадет в глаза ребенку, то ничего страшного не случится. Он не раздражает, глаз, и, соответственно, малыш ваш не будет плакать. И теперь немножко о одежде. Была у нас великолепная распродажа шла детской одежды. И, соответственно, я не могла не воспользоваться случаем, чтобы приобрести для своей маленькой девочки пару кофточек. Так как скоро у нас садик будет, и ну, одежда никогда не будет лишней. Я вам покажу буквально пару кофточек. Одна из кофточек – это вот такая вот белая хэбэшечка с жаккардовым узором. Тепленькая. Она великолепно подойдет, да даже и летом, если прохладная погода, особенно с нашим летом, которое у нас сейчас идет. Просто я считаю, что незаменима. Здесь имеются вот такие вот пластмассовые кнопочки, которые очень удобно застегиваются, их практически не видно. Материал очень нежный, вот здесь вот прям вот размер 98. Приятный трикотаж, очень нежный к телу идет. И, как всегда, Faberlic радует нас очень великолепным качеством. Рукавчики на манжетиках. Манжетики очень не сильно тянутся. Внизу также имеется такой красивый узор. И что самое приятное, что по распродаже эта кофточка шла буквально за 279 рублей. Серенькая кофточка с тиграми и с розовой такой кисонькой. Единственное, что на складе оставался только размер 122. Ну, так, для примера, для моего ребенка, наверное, 98, тоже слегка великовато еще, так как мы совсем еще маленькие. Но я не упустила такую возможность взять эту кофточку. Скорее всего, я ее подарю своей племяннице, так как цена действительно очень... Я бы даже сказала, фантастически низкая для такой качественной кофточки. Все прошито аккуратненько. Это 100% хлопок. Приятный к телу. Очень-очень-очень. Ну, в общем, суперская кофточка. Классная. Также я жду еще несколько кофточек, которые ушли в автозаказ. Но также я надеюсь, что уже буквально на этой неделе они придут. Если... вы хотите, я с вами обязательно поделюсь своими покупочками, детскими вещами. И думаю, если у нас получится, мы даже устроим некий такой показ, дефиле детской одежды. Ну, на этом я, наверное, завершу свой обзор, такой совсем небольшой. Ждете нашего заказика, который скоро должна будет подойти. Очередные новинки. Их там несколько, но я думаю, они будут довольно-таки очень интересные. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить большой пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео.